Снимай воришку. Снимай. Ты посмотри, что вытворяет. Ты посмотри, воришка это. Я тебя только что отсюда отогнала. Вы посмотрите, что вытворяет. Он знает, что здесь у нас пастила детям лежит. Разная. Но он надыбал на днях, что было ведерко это открыто. Он пришел, ее попробовал. Наелся пастилой, теперь посмотри, что вытворяет. Ага, это не печеньки, я уже тебе говорила. Это у нас маца для причащения. Это маца, это тебе нельзя. Вы посмотрите, это шиповник для компота. Это нельзя тоже тебе. Это у нас что? Это компот. Это для компота все. Фрукты. Это тебе нельзя. Ну что, даем? Тебя не обсыпал? Вот там маленькие. Подожди. Максим. Нет, смотри, мама тебе. Мама тебе даст. Да. Наша пастила вкусная. Все, попробовал малыш вкус сахара. Пастила, она вкусная. Ну давай попробуем. Мы посмотрим, если не сыпет его. Вроде не сыпало. Если не будет реакции. Здесь у нас что? Ягода какая? Клубника полевая вот это, да? Клубника, черника, сахар. А мне кажется, клубника. И еще что-то. А разве черника? Здесь кабачки точно есть или тыква? Кабачки. Кабачки. Смотри, запихал в рот. Все, сейчас все, будет бегать жуй. Обратно. Не, все. Сына, все. Давай вот это съешь. Хватит, по чуть-чуть тебе много нельзя. Все, давай, закрываем это. Закрываем. Давай, маме помогать закрывать. Давай. Помогай маме закрывать. Давай. Вот молодец. Все, да, иди. Я закрыл, пока у меня во рту пастила есть, да, Максим? Да, все, хватит, по кусочку. Все, идешь играться к ребятам в игровую? Ну, беги в игровую, беги. Нет, хватит. По каким дням мы готовы с тобой смотреть? Там 6 или 7? Послушался? Что? Красавчик. Да. Я только ухватил, думаю, все, побежал обратно. Мама такая, нет. Да, нет. Раз так на маму посмотрел, чик, закрыл. А, ты снимал? Да, вот так он у нас слушается. Без истерик. Сказали нет, значит нет, все, он у нас четко знает. И я уже показывал, как мы... И тон такой должен быть, да, правильный. Да, нет. Боря, предлагаю пройти курс вместе. Ты тоже это снял? Да, сейчас будем проходить. Нет, мы расписываем. Мы сейчас будем планировать проходить. Планировать, да, у нас есть курс, там 7 или 9 занятий. Я говорю, Боря, давай как-то по отдельности мы будем проходить потом это, либо как-то вызвать время, будем просматривать его вместе, в общем. В общем, мы с этого года начали очень... С того года. Очень импульсивно проходить разные курсы. Ну, ты знаешь, классно, и причем в разных направлениях нашей жизни. Да. Сняли уборки, начали, и потом поехали. Это интересно и классно, познавательно, все время развиваешься, не стоишь на месте, узнаешь что-то новое, самообразовываешься. Вот не успел я чуть-чуть. Боря! Сейчас я подойду. Тут Максима в дом посадили. Нет. Ну все, ребята, тихонько, потому что там занимаются английским. Что это у нас будет? Вкусненькое, я к тебе пришел. Пришел пирог. Пирог, рулет. Мы любим рулет. Такой сейчас еще рулет. Нужно добавить яиц еще. Это видишь? С чем? Это сырая картошка. Очень вкусная начинка. А фарш. Я думал сыр. Нет, сырая картошка. Когда-то прям нам подсказали рулет. Мы его пробовали пару раз. Ой, вкусный. Сырая картошка. Эти, как же их, яйца. Так, чтобы такое не связывалось. Но это мало. Надо еще добавить. Лук порежу очень мелко. Фарш. Все. И все это, вон у меня тесто уже замешано. А тесто... потребители? А, и потом это съесть надо будет. И тесто для вареников, которые мы берем. Тонко раскатаю. Ну, снимешь, хорошо, я тебя позову, когда ты делаешь. А, ты когда-то, да. Ой, как... Слушай, давно не ели. Какая классная вещь. Да, как-то мне руки не доходили с этим, я говорю, беременностью, со всем родами и с Максимкой. А сейчас уже я так восстанавливаюсь, уже начинаю выпечку. Смотри, какая шарлотка у меня красивая. С корицей наверху. Видишь? Класс. С творогом. Я уже говорю, вот немножко прихожу, уже все, мы высыпаемся, у нас график наладился, вообще красота. Максимка уже, правда, еще один раз в сутки подъедает, никак мы его не отучим, потихонечку сбавляем эту, я вам говорила, пропорции. Уже я половину кладу в бутылочку смеси, а не целую порцию, потихонечку это. Но уже он спит довольно-таки хорошо. Бывает, конечно, беспокойно, когда зубы лежат или там животик мало ли заболел. Так, все, яйца. Так что мама вернулась в строй теперь полностью. Там, кстати, у меня спрашивали в Инстаграме,
меню на год. Как составить меню на год и не париться. Ребята, у меня нету меню на год. Я вам покажу, какая у меня системка. Я, скорее всего, потом отдельно видео еще сниму. Смотрите. У меня есть понедельник, вторник, среда. В двух словах. Четверг, пятница и выходные. И есть категории завтрак, обед, полдник, ужин, полдник, ужин, ужин, напитки. Ну, тут, например, полдник, ужин, либо на обед к супу салат из сырых овощей. Полдник, салат из сырых овощей. Вот это идет у нас. На ужин, например, салат из вареных овощей, запеченных. То есть у меня все продукты поделены на категорию и по дням. И базовые продукты. И они стараются не пересекаться. Например, в среду мы едим что-то с рыбой. У нас базовый продукт – рыба, морепродукты, печень. Во вторник – это творог, овощи, яйца. В понедельник – это курица, другая птица, внутренности птицы. Значит, четверг – это у меня говядина, конина, свинина. Пятница – грибы, бобовые. Выходные – я уже говорила, как мы едим на выходные. И я, у меня вот в этом одном листочке все мои блюда, которые есть в моей записной книжке. Но новые я потом со временем вношу, как через какое-то время. У меня, конечно, появились новые, но я их вношу. И я просто открываю понедельник. Выбираю блюдо, которое я давно не готовила. Ну, например, если я в прошлый раз, например, готовила пюре там с курицей, то в следующий понедельник я готовлю картошку с баклажанами, потому что продукт картошка у нас по понедельникам. По вторникам у нас овощи, макароны. По средам у нас рис, ну это если брать каши. По четвергам у нас бобовые, в пятницу гречка. И я смотрю, если я готовила, например, пюре, то следующий я готовлю... Максиму что-то не дали. А, это с игрушками что-то он там капризничает, отбирает игрушки. И таким образом у меня блюда не пересекаются много недель. Потому что по понедельникам у меня в понедельник из картошки есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блюд. Это на 2 месяца без пересечения. Понимаете? Также на вторник, также на среду и так далее. Ну, где-то поменьше, где-то побольше. Супов у меня только понедельник, раз, два, три, четыре разных супа. Во вторник, один, два, три, четыре. Раз, два, три. Это уже сколько? 8 и 3. 11. В четверг, один, два, три, четыре. 11, это 15, 16, 17. 18 видов супа у меня есть. На каждый день новый. Понимаете? И таким образом ты не пересекаешься. Ты выписываешь категорию. Я потом покажу подробно вот эту табличку. Прям... Дам табличку, что ты капризничаешь? Вот расскажи, что ты капризничаешь? Вот расскажи. Принес бутылочку, поставил. Маме бутылочку пришел. Принес. И что ты капризничаешь? Ты игрушки отбираешь, да? Или не дали, Максим? Ох, капризуля. Не дали? А мама тут важную информацию рассказывает. Мама, рука грязная. Мы наоборот ему даем. Я обязательно сниму. Я просто, мы, понимаете, за всем не угонишься. Столько всех идей есть, столько всего есть. Что я обязательно сниму вам вот эту идею, прям распишу, как она подробно, потому что есть нюансы определенные. И таким образом у нас очень разнообразное питание, оно не повторяется неделями. Есть продукты, которые каждую неделю мы едим, прям как любимые блюда, например. Поэтому вот так вот мы и готовим. Ну вот я же говорю, я уже то развернулась, то я самые простые блюда готовила, пока не досыпала. А сейчас уже усложняются, уже разные рулетики там. Ну, классно, вот такое. Классно. Стой! Вот они. Да, я вот так вот расставила. Клёцыки, рулетики. Доделала. Да нет, это... она будет делать пирог. Нет, это рулет. Вообще раскатывать можно любой величины. На раз поесть, на одному. Можно большой, потом поесть. А можно такой метровый для папы? А мы с тобой с двух концов, как в котенке Гау. Да, да, да. Главное потоньше тесто раскрутить. А потом вот так вот. Раз, раз, раз. Здесь залепливаем. Раз, раз. А потом еще есть одна хитрость, сейчас покажу. Я уже не помню, откуда я этот рецепт рулета взяла. То ли подруга мне дала, уже не помню, слушай. То ли где-то у кого-то попробовала, то ли рецепт в интернете увидела. Вот не помню все. Потом вот так его раз перекручиваем. Тогда он классный будет внутри. Все. А не мы будем его кусать. А, не разломайся. И аккуратненько. И мы будем его кусать. Да. А сверху еще потом яйцом смажем. Сейчас я таких рулечков наделаю.
красоте. А нож у меня какой? А? Смотри. Силиконовый коврик. Резать обычно ножом нельзя. А этим можно. А силиконовое тесто не? То силиконовый коврик, силиконовый нож, то силиконовое тесто. Пустой вообще. Внутри он твердый, крутяк, а вокруг силикон. Да. Я нашла, так уж продаются. Как удобно на этом коврике работать. И супер. Понюхай, можно я понюхаю? Понюхай. О, он вкусно пахнет. Девочки тут решили разомняться. Забубенились. Забубенились, да. Занимаются. Мама с Анютой вдвоем. Ты хоть объясни, что значит забубенились? Ну, по методике Бубновского занимаемся мы, вся семья. Вкусно? Да? Какая вкуснота! Сначала в тарелочку ему дали, а он с горстью берет все, рассыпается. Поэтому пришлось ему вот так на стульчик раскладывать по одной отдельно. Ай, вкусно! Только что эту курагу съел, одну умял. Печенье, скажи, я уже сегодня ел. Только жуй! Жуй! Вкуснятющий такое. А это кукурузные хлопья. Ну, посмотрим его реакцию на них. Ну, я слышу хорошо. Танюша занимается английским с репетитором. Готовилась, учила. Меня теперь начинают доставать. Угу. Папа, Боря, проверь. Боря, а погоняй меня по глаголам. Хорошо. Еще почему-то. Да, 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 я тут рассказываю, как ты меня тут гоняешь, и себя тоже. Ты что там, ключи раздаешь? Ну посмотри, сколько нам кинули с макадамским орехом ключей. Упаковку. Ну, так, чтобы не мало было. Я каждому тогда бросаю, а то они друг у друга берут. Делю макадамский орех. Он дорогой, но мы иногда себя балуем. По чуть-чуть, но приятно каждый месяц. Да, так ты тут все полностью делишь. Да, но я делю то, что ты купил вчера. Делю продукты, которые новенькие купили по детям, по их ведеркам. Разбираемся мы тут с чеками вчерашними. Боря вспомнил, что карточки ему дали. Вот такие на кассе. Лентовская с сюрпризом. Интересно, что здесь? $1000. Ага. Скидка 10%. Ну смотри, что уже ж там видно все. Ничего вообще не видно. Ноль. А, подожди. Ага. Так, 35% на все колбасы до 5 штук. Минус 35%. Крутяк. Мы колбасу уже купили, нечестно. Мы уже в этом месяце. Подожди, купили. Подожди. А до какого числа действуют сроки акции? До 8.04. О, у нас на следующий месяц минус 35%. До 8 апреля. Хорошо. Это такая в карте, карта сюрприз, лента. Так, следующее пошло. Так, мало нам на кассе дали 2, а еще 2 карточки Боря нашел. Кто-то или выбросил, или еще не захотел. Поэтому, а ну-ка, ну-ка. Так, ребят, порадуйтесь за нас. Что здесь будет, как вы думаете? Минус 40% на кофе, чай, какао до 5 штук. Круто. Слушай, на все товары, которые мы берем. Да, это в следующем месяце погуляем. О, смотри, у меня руки. А ты думала, какие чистые будут, когда ты будешь там тереть все? У Тёмки как раз урок начался. Ну, давайте, 10 тысяч подарок. Или только скидки дают. Подарки будут? Ну, это будет повод купить. Минус 40% на все мороженое до 5 штук. Хорошо. Да? Хорошая скидка. Ну, раз скидка есть, значит, надо воспользоваться. Надо. Ну, давай еще одну. На покупку всего магазина «Лента». Акции. Нет, это неинтересно. Скидка 20% на кофе какой-то «Эгоист» 200-250 грамм. Это не наше. Это можно даже выбросить. Мы такой кофе не пьем, поэтому... Ну, что это такое? Ну, цена акции. Ну, что? Мороженое это так себе. Тоже под вопросом зимой мороженое. А вот на колбасы и на чай, какао мы каждый месяц берем, поэтому хорошенько. Мороженое тоже купим. И это... Мороженое, да? Ну, да. Ну, и оставляю его там, мало ли. Конечно, оставляю. А, это же 8 марта будет, точно. И 23. Как раз 5 пачек для Иоанни. Нет, а мы будем брать килограммовые. А, точно, там же до 5 пачек не сказали, какие. Да, да, да. Если скажут, не нельзя, как? До 5 пачек, до 5. Пачка, пачка. Точно.